минут уже. Команда состоялась. Андрей, сколько? 32? Помечтай, помечтай. Много. Мечтать не вредно. Вроде похоже. А? Ты вещи разбросай. Че, неряха, что ли? Ну ладно. Пошел. Ну давай, не пуха. Черт. Андрюха, я, наверное, прикрою, дальше сам принимаешь. Опоздаешь, прощай с отпора. Есть контакт? Давай. О, молодцы. Режим первое дело. Андрей, спит? Да. Бодрюха минут 40 как лег. А я вот не могу, мучаюсь, бессонница. А. Сеструху вспомнил, вот... Сеструху? Нет, его друг не надо, он сегодня очень выложился. Да, ему все не досталось. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Жрать охота. Мясо подойдет? Не трави душ. Ну тогда попроси добавки. Я овсянку с детства ненавижу. А тут 5 раз в неделю. Люсь, подойди, пожалуйста. Можно добавки? Да. Люсь, нам с мясом. Меня ж накажут. Ты же знаешь, мы тебя в обиду не дадим. Хорошо. Подумай. Спорим, принесем. Ты знаешь, кстати, утвердили защиту и вратарей. А откуда свечи? Ребята сказали. Кушать на здоровье. Спасибо, Люсь. Мясо. С меня коньяк. Коньяк я тебе прощаю, если отработаешь со мной бросок Рыжкова. Почему Рыжкова? Потому что кроме тебя в команде так никто бросать не умеет. За кусок мяса готов тренировать тебя круглые сутки. Сегодня начнем? Да. Тебе утвердили? Кто там? Свои. О, брательник. Родная кровь, проходи. Давай, раздевайся. Ой. Ты бегом из Канады? Ты прям как с луны свалилась. Я ведь в Канаде-то не был. Ты что, ни одного матча не видел? Правда? Честно, нет. Я же не болельщик, я лечусь. Давай по чуть-чуть. Я не буду. Рай, и тебе мне надо. А, со мной все кончено. А я думаю, где мой братик? Совсем натренировался, что ли? Ты знаешь, я...
Я ведь из сборной ушел, и из клуба тоже. Ну, правильнее сказать было бы, не я ушел, а меня ушли. А где ты теперь? Да, разберемся. Хм. До встречи. Скажи, у тебя боржоми есть? Прости, сейчас, у меня даже лучше есть. Вот что у меня есть. Так. Да. Вот что у меня есть. Так. И вот, что у меня есть. Да уж, здорово госслужащие живут. Что-то я не пойму. Как тебе из команды поперли? Ты же самым перспективным был. Да, был, да сплыл. Рожков оборзел совсем. Он, видите ли, решил, что я мечу на его место. Ну и сделал все для того, чтобы меня убрали из команды. Рожков? Угу. Так ты ж души в нем не чаял. Да уж, не чаял. А как он мог тебе навредить? Ну, как это обычно у нас происходит? Шерше ля фам. А, он познакомил тебя с женщиной, а ты нарушил режим. Весь в меня. Нет, он переспал с Розой из ЦК. Ну, и та благодарность выперла сначала тренера, потом меня. Вот. Ну, он придумал историю о том, что я, дескать, хотел остаться в Канаде. Ну, и напел ей ночью в койке. Нет, ну, Рожков, конечно, оборзел. Ну, а как ты об этом узнал? Ты что, им свечку держал? Массажист Кузьмич. Он как-то мял ее с подружкой в сауне. Ну, и те разболтались. Так, мол, и так. А он всегда ко мне по-доброму относился. Шепнул мне на ушко. Ну, Рожков, ну, гад. Я пойду к нему, я ему скажу. Нет, ну что ты. Не, не надо. Это не твое дело. И потом я не хочу, чтобы он подумал, что это я тебя просил. Я разберусь. Дурачок. Я на той старшая сестра, чтобы за братика заступаться. А насчет денег не переживай. Я Лене скажу. Рай. Ну, я тебя умоляю, ну не пей ты, ну. Ну зачем ты? Не зачем. А почему, Дима?